все мы хотим. Мы приходим с этим списком. Боже, благослови. Боже, дай. Боже, ответь. И мы вот как эти попрошайки. Только просим и просим. Конечно, это здорово. Просить нужно. Это нормально. Мы можем просить. Но на этом все не заканчивается. Это одна третья пути. То есть просить можно, но это как 33 километра. А нам нужно дойти 100 километров. И чтобы дойти 100 километров, нам нужно знать, чего хочет Бог. Библия говорит, познавайте, что есть воля Божья. Библия говорит, познавайте. Узнавайте, что хочет Бог. То есть наша обязанность, именно обязанность знать, чего хочет Бог. Я не думаю, что девушка, которая выйдет замуж, ей будет интересно, если муж совсем не интересуется, чего она хочет. Я думаю, что любая девушка, любой человек заинтересован, чтобы собеседник